Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Взял я для обзора интересную вещь. Это клавиатура с тачпэдом, как на ноутбуках. Полноценная клавиатура, Bluetooth, разумеется, то есть беспроводная, мышки. То есть управляешь, можно подключать к планшету, можно подключать к смартфону. Но основной, конечно, это к компьютеру. Клавиатура достаточно простая. Вообще, ну, простая не в смысле, что здесь совсем все просто и чего-то не хватает. Все есть, то есть русский язык есть. Клавиши ход, в принципе, достаточно хороший. Тачпэд работает нормально. Очень нравятся быстрые кнопки доступа. То есть можно мгновенно. Притом это и на смартфоне работает. Но если у вас смартфон ОТГ поддерживает, это уже как дополнение. Звук мгновенно отключить, громкость регулировать. Эта кнопка дублирует кнопку нажатия мышки левой, то есть действия. Здесь же опять же две кнопки есть. Кнопка меню, нажатие мышки и тачпэд. Тачпэд поддерживает, соответственно, двумя пальцами скроллинг, когда на сайте находитесь и вверх-вниз листаете. Все достаточно удобно. Клавиатура соединяется с компьютером мгновенно, то есть вот такой вот USB-коннектор. Его, еще раз отмечу, можно подключить и через, например, к Android-телефону, практически к любому. Ну, к китайскому точно, остальные нужно смотреть. Китайские все по умолчанию работают. Подключаем, и у нас, в принципе, сразу появляется, видите, мышка. Можно будет даже скроллить, можно даже на Android-телефоне, что достаточно клево, удобно. И компьютер подсоединяется точно таким же макаром. Отмечу, это в комплекте не идет, это как бы дополнительно. В комплекте идет коннектор, в комплекте идут две батарейки, инструкция, гарантийный талон и, в общем-то, все. Вообще, Logitech для меня фирма всегда так ассоциировалась как премиум. И я, честно говоря, я не знаю этот сегмент рынка, клавиатуры, сколько другие стоят. Это стоит около 2000 рублей. Есть даже цены и меньше, чем 2000. Я считаю, в принципе, это вполне себе адекватно. Когда ребята из Logitech мне написали, то есть интересно что-нибудь для обзора взять, мне часто пишут, я Logitech как бы знаю, говорю, да, давайте, конечно, интересно. Вот взял, вот, собственно, обзор делаю. И я ожидал, когда цену посмотрел, я думал, что будет в районе 5-6 тысяч. Хотя здесь ничего такого необычного нет, нет подсветок, например, кнопки, но кнопки нормальные, ход кнопок хороший, больше я описывать чего-то смысла не вижу, вы все видите сами. То есть все как полноценная клавиатура, все присутствует. Клавиатура легкая, работает от двух батареек, батарейки были при том в комплекте. И вот этот коннектор, если вы клавиатуру куда-то везете, то вы можете его просто спрятать вот сюда, чтобы не потерять, все продумано. В общем-то, вещь мне действительно понравилась. Ну, насколько может понравиться обычная простая клавиатура. Все есть. Удобно, если вы лежите, например, на диване и двумя пальцами пользуетесь, что-то печатаете. Тут же громкость прибавить, убавить. Быстрые кнопки, разумеется. Но это же Windows, тут все можно назначить. Кроме того, то есть кнопки эти работают, как на обычной клавиатуре. И дополнительно кнопка еще действия мышки. Ну и, конечно же, включение-выключение клавиатуры кнопка. В принципе, это все. Вещь интересная. Если бы мне нужна была некая свобода и, например, действительно неудобно в ряде случаев клавиатура ноутбучная, хочется как-то выдвинуть, и чтобы не покупать проводную, а нужна именно беспроводная, которую можно бросить в сумку и взять с собой и в путешествие, и куда угодно. И самое главное, с панелью тачпэд, которая как мышка работает, то есть мышку не надо с собой таскать. Понятно, что для игр это не пойдет, но а так вот работать, в принципе, вполне себе нормально. То, в общем-то, даже и не знаю, что сказать в минус. Все нравится, все устраивает. Пластик обычный, это не мягкий, а просто пластик. Минусы, обычные плюсы, минусы, особенности. Просто сравнить не с чем, поэтому сказать не могу. Все, что есть, работает. Ценник, на мой взгляд, адекватный. Собрано, сделано хорошо, легкое. В принципе, наверное, на этом все. Цены на эту клавиатуру, ссылка под этим видео на маркет. А я же вас спрошу, что вам интересно еще кроме смартфонов? Я взял клавиатуру, беру периодически наушники, когда предлагают. Что еще? Да все, в принципе, что, до чего руки дотягиваются, беру. А может быть, какой-то сегмент, там, гироскутеры сейчас тестирую. Напишите, может быть, я на эти продукты просто внимания не обращаю, а так, может быть, смогу найти и сделать на них обзоры. Ну, все, что связано более-менее с техникой. Ладно, а я, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. И да, ребят, кстати, я заказал, наконец-то, на AliExpress, заказал Redmi Note 4, 64 гигабайта. И мне сегодня привезли, буквально сегодня, LG V20. Скоро будут обзоры. То есть на V20, а Redmi придет, я надеюсь, через 2-3 недельки. Вряд ли дольше. Ну, надеюсь на это. Продавец вроде хороший. Ладно, теперь уже точно счастливо.